Вообще не стой, никуда не уезжай. Вообще офигенный автомобиль. Знаешь, такие, типа Nissan Juga TR-Silvia. Нереально, смотри морду. Фары от Сильвии и чуть-чуть фары от GTR торчат. Смотрим попу. Тут вообще жесть такая. Сбоку. Ну, сбоку тут ничего серьезного нету. С этим посмотрим. А чё, прикольно. Только тебя крышка бензобака немножечко от того. Четвертинка торчит. Ну, Королла, Что Королла. нам отсюда? Еще чуть назад сдай. Погнали. Ну, назад сдаем, погнали. Тебя что, угнали? Так, Время 23:40. Без одной минуты. 40. 40 без одной минуты. Руслан Кулмец пока едет на второй позиции. Лих проходит поворот. Дает угла. И ва, шикарно. Вот это перекладочка. Все трибуны аплодируют ему. Он просто идеально проходит поворот. Вы видели этот угол? Вы видели этот занос? Как мы его сглазили? Как мы его сглазили? А ведь такой адрит был. Он так сильно разбил свой автомобиль. Неизвестно, доедет ли он до финиша вообще. Но мы за него болеем, мы за него болеем. Остался последний рывок. Ба-да! Он финишировал. А он пошел на второй круг. Так, он делает занос. Так. Еще прикладочка. Опасный, опасный маневр. Кажется, он задел стену. Но ничего страшного, он едет дальше. Он едет. Ба! Какая неудача! Ну, он продолжает движение. Вау, прикладочка. Как все это шикарно смотрится. Гоча вообще не на какой сторонке. Ва! Вот это угол! Вот это угол! Да, он просто супер, он дрифт кинг, он дрифт кинг. Давай, последний рывок. Ты сделаешь, вот ты сделаешь. Вот это он скорость набрал. Фу. Все, короче, хватит. Не-не-не, ты что, я тут кричать не могу, как бы там уже люди спят, время-то уже почти ночь. Я что, за красный синяк проехал? Остановился. Это еще и Людмила. Так, она попутала. Она рамсы попутала. В обратную сторону поехала. Что за дебил? Дебил. О. Ва-ва. Давай. И ты в обратную сторону. Давай угла, давай. Так, Денис что там? Что-то не тот делает. Он обиделся, вышел. Пятачки, пятачки, чпуньк. На, рассказывай сказки тут. А, сделай его, сделай. А, там лошар, короче, пытается. О, ни хрена себе, на стенку поехал. Ты бы видел, чисто на взлет пошел вертикально. А, готов. Давай. Ба! Что, не получается, что ли? А, да, мы отвлеклись от Руслана. Руслан Кулметов. Так, проходит поворот, проходит поворот, поворот, проходит, проходит. Ништяк, перекладочка, прям опасно, вообще угол. О, как он близко прошел. Как он близко пошел. Во, пройдет, идет, идет, идет. А, он допустил разворот. Опа, он телепортнулся. Как так? Он маг! Он маг! Да. Интересно, если сейчас комментатор Фантус Иван Строгих, он же Иван Строгих, попробует проехать через забор, он провалится по текстуре? Нет. Опа, Руслан едет. О! Как он четко остановился! Никого не задел! Аплодисменты! Так, теперь нужно меня отъехать так, чтобы никого не задеть. Нет, у меня просто белый. Да, вообще белый. Да ладно.
Я за 2 дня. Ой, что тут? Что тут за жопа мелькает возле моей жопы? Ты, в смысле, что за морда мелькает в моей жопы? А, для тех, кто не в теме, так заехать можно здесь. Опа. Ну, в принципе, его уже многие знают. И первый раз показываю. А я знаю. Так, Руслан, проходит поворот, проходит, проходит, проходит. Вообще ништяк. Пух. Что-то вы все оба тут одинаково дрифтите. Перебор, недобор. Так, Руслан едет, Руслан едет, едет. Оп. Блин, плохо, высоко нельзя забраться. Так. Во, он финишировал. Ладно, всем счастливо, всем пока. С вами был комментатор Иван Строгих, он же в стиме Фантус. И Руслан Кулметов, он же Фикс. Кмикс. А, Квикс. Все перебрал. Все перебрал. Давай дрифти, восстанавливайся. О, это было опасно. Но он прошел поворот. Он едет дальше. Вот это угол был. Вообще красота. Красава. Ба. Он допустил ошибку. И это конец видео. Пока.